Здравия желаю. И вот сегодня хочу рассказать про КПД. Вот я провожу очередные опыты. Вот. Сейчас я включу, вы увидите, что вот как оно работает. Подсчеты уже есть. Вот. То есть включаем. Реле 0104. Ну, это я рассказывал. Здесь включаем. Здесь. И вот смотрим. То есть работает нормально. Вот 108. 108, 88. 86 напряжения минимально. Ну, это понятно уже, да? То есть показывал. Дело за сегодня не в этом. Дело не в этом, а в подсчетах. Почему путаются люди? Давайте что посмотрим. Что вышло с этого? Вот смотрите. Все я прочитал уже. Все показывал. Значит, 131. Значит, тут схема сеть. В сети идет, значит, реле. Разделяется 0,1 секунды, 0,4 секунды. Дальше мотор, двигатель, вал. А дальше генератор. И вот выход генератора. Так, это я все рассказывал уже. Сегодня дело не в этом. Значит, тут получаем 131, лампочки 245, это я все уже высчитал заранее. В итоге 376 потребления, видите? Вот тут обман идет, видите, 376. Значит, мы считаем КПД. Как считается КПД? У нас по счетчику смотало 376 ватт. А вышло 245. Так вот. Мы берем калькулятор. Калькулятор, видите? И считаем. 245 разделим на 376. И помножим на 100. Получается 65%. То есть, если это по-научному считать, как учат в школе, да? КПД вот 65%. Так? Но на самом-то деле, видите, тут 131 было затраты, а выход-то 245. На счетчик посчитал-то вместе. Фактически КПД здесь вот такое, 245 разделим на 131 и помножим на 100. КПД тут 187, но мы это не можем разделить на счетчики, так как оно вместе. И нам это не говорят, нам говорят, что так оно есть. А когда мы ставим реле, для того, чтобы это разделить, если мы будем считать, вот как они учат, мы никогда не дойдем до того, что у нас КПД повышенный. Он у нас будет 60-70%, 65%, потому что считается полная у них по ихним схеме, а потом берется полезное и делится на полную, понимаете? Но ведь в полную-то входит и полезное, а полезное — это же не расход, они считают доход в расход, понимаете? И когда вот это понимаешь, а дальше что идет? Но счетчик
считает как одну линию. Также если поставить АКБ, аккумулятор сюда, он тоже так же будет считать одну линию, потому что нагрев, вот этот нагрев идет. Вот в чем дело. Поэтому реле поставлено. А что делает реле? Это я показывал на прищепках. Оно разделяет, работает только 0,1 секунды. Понимаете? А в это время также подается 245, но мы эти 245 теперь можем приписать к нашим. Понимаете? Если мы даже и здесь можем приписать, если у нас 131, но все равно у нас здесь остается с минусом, мы даже если припишем. А когда мы разделили, у нас получилось 245, мы можем приписать. И остается минус 131 только. Расход, так как это вернулось. А еще у нас 4,04 секунды. Питание-то не подается. И вот мы приплюсовываем 195 ватт. Идет в это время. Когда здесь не подается, здесь идет 195. Здесь не подается, здесь идет. Здесь не подается, здесь идет. Здесь не подается, здесь идет. И получается КПД 273%. Видите как? То, что мы разделили. Хотя в этом способе есть изъян, то что скачет энергия, то есть скачет напряжение. Но для этого можно потом использовать, как говорится, на выходе выравнивающие трансформаторы. То есть это не так страшно. Но я не об этом. Это все я про это все я вам рассказывал. Я рассказываю про обман на КПД идет. То есть КПД считает неправильно, от этого все и идет. От этого и получается, что КПД выше 100% невозможен по такому подсчету, он никогда не будет возможен, если так считать неверно. А значит и невозможен бестопливный генератор и вечный двигатель. Вот на этом дурят, на подсчете.